Ко дню ВДВ в Ульяновске провели первый областной турнир по мини-футболу среди юношей. Он посвящен памяти гвардейцев, десантников и участников специальной военной операции. На стадионе «Локомотив» собрались команды из большинства муниципалитетов региона. В футболе эти парни не новички. Например, команда из Чеботаевки – гроза Сурского района. Перед стартом турнира настрой боевой. Есть и тактика, которая должна привести к победе. Будем защищаться, потому что соперники серьезные. Ловить их на ошибках и будем забивать. Этот турнир первый, но причина его проведения – Кубок Героев – заставила откликнуться на приглашение лучшие юношеские футбольные команды со всей области. Даже вот старый Кулатка приехал, очень 208 километров, они встали рано, собрались, приехали. К слову, тех, кто быстро собирается и дружит со спортом, ВДВ уважают. Плечо проверенного товарища высоко ценится и на футбольном поле, и на поле боя. Как всегда, наша бригада находится на самом тяжелом направлении. Это под Бахмутом. Стойко, мужественно выполняет свою задачу. В футбольных баталиях победа тоже далась нелегко. За день команды под палящим зноем провели по 5 матчей. В итоге в финальном матче сошлись «Цементник» и «Нефтяник». Команда из Новоульяновска открыла счет, но удержать его не сумела. Новоспасцы выиграли у достойного соперника 2-1 и стали первыми обладателями Кубка Героев. Дмитрий Емельянов, Сергей Свешников, «Вести», Ульяновск.